С 8 по 17 сентября в Артемовском городском округе проходит декада бега. Мероприятия для любителей легкой атлетики проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на территории Артемовского городского округа, а также на основании распоряжения правительства Российской Федерации, в котором утвержден перечень физкультурных и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий. Декада бега финиширует 18 сентября на стадионе «Машиностроитель». Именно в субботу, 18-го, состоится муниципальный этап соревнований по легкой атлетике Всероссийского дня бега кросс-наций. Начало соревнований в 11 часов. О том, как будут проходить соревнования, об условиях и возрастных категориях спортсменов, журналистам рассказала исполняющая обязанности заведующего отдела по физической культуре и спорту администрации Артемовского городского округа Анастасия Виноградова. Соревнования проходят в личном зачете по возрастным категориям. Категории разбиты на первый и второй забег юноши, девушки до 17 лет включительно. Третий и четвертый забег мужчины, женщины 18-29 лет. Пятый и шестой забег мужчины, женщины 30-39 лет. Седьмой и восьмой забег мужчины, женщины 40-49 лет. Девятый и десятый забег мужчины, женщины 50-59 лет. И 11-12 забег мужчины, женщины 60 лет и старше. Также предусмотрен семейный забег. Условие семейного забега – это то, что от семьи участвуют два члена, вне зависимости от степени родства, но обязательно, чтобы был один взрослый и один ребенок. Семейный забег разбит на две категории возрастные. То есть один забег – это у нас ребенок должен быть до 11 лет, второй забег – ребенок 12-17 лет. В кроссе наций 2021 года предусмотрен забег для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также VIP-забег для руководителей учреждений, предприятий и организаций Артемовского городского округа. Также Анастасия Геннадьевна напомнила о длине дистанции для участников легкоатлетического забега. Юноши и мужчины до 49 лет бегут 1000 метров, все остальные категории преодолевают дистанцию 500 метров.